Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 6 на странице 46 учебника математики для 3 класса автора Моро. В этом упражнении мы должны будем заполнить вот эти две таблицы. Первая таблица А. Первая строчка 2, а умножить на 8. Подставляем вместо А данное значение. 12 умножаем на 8. 10 на 8 – 80. 8 на 2 – 16. 80 плюс 16 – 96. 11 умножаем на 8. 10 на 8 – 80. 1 на 8 – 8. 88. 10 умножаем на 8 – равно 80. 9 умножаем на 8 – равно 72. Вторая таблица. В первой строчке записано b, во второй строчке b делено на 8. Вставляем вместо b его значение. Первое b равно 32. 32 разделить на 8 равно 4. 48 разделить на 8 равно 6. 56 разделить на 8 равно 7. 64 разделить на 8 равно 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.